Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке и кино, говорит, показывает Вападом. И сегодня речь пойдет о книге для самых юных читателей, это старший дошкольный и младший школьный возраст, посвященных, не удивляйтесь, посвященный Фриде Кало. Помните, я рассказывал о прекрасной совершенно серии книг, объясняющих, в чем смысл творений и современного искусства, и объясняющих, рассказывающих биографии художников. Это не менее важно, чем рассказывать биографии знаменитых классических композиторов или великих ученых. Это не просто мотивирующая книга. Хотя, конечно, вот в этой истории, да, Анна Герасименко, Лиу Рами, нарисовала Ирина Вовк, Фрида Кало, вдохновляющая история, эта серия, да, издательство «Клевер». В этой книге, конечно, мотивирующая часть, она заметна. Но она очень сглажена, потому что добиваться достижений, ориентируясь на гениев, это, я бы сказал, спорный момент. Во-первых, гении почти всегда несчастливы. Во-вторых, они очень сильно отличаются по пройденному ими пути от стандартных возможностей, да, и желаний человека. То есть мы волей-неволей в ребенке создаем невротизацию, да, мы его мотивируем на те достижения, которые ему недоступны, априори он не может этого делать. Вот. Это очень важная ловушка, они всегда говорят психологи, пожалуйста, не реализуйте собственные мечты и стремления, да, за счет детства своего ребенка. То есть, когда вы не стали космонавтом, великим скрипачом, мировой знаменитостью, да, или Фридой Кало, не надо делать из ребенка реализацию ваших... Его жизнь – это его жизнь. Она неизбежно будет не похожей на ваши мечты и ожидания, и она неизбежно будет не такой, как все те великие примеры, которые мы можем вычитать от Плутарха до наших дней. Это не значит, что примеры не надо вычитывать. Потому что, еще раз вернувшись к своим предыдущим рассказам, помните, я рассказывал про Василия Кандинского? Мальчику в детстве никто не уделял должного внимания. Он совершенно не стал бы художником, если бы не вот этот напор внутреннего таланта. Еще раз говорю, гений – это гений. Потому что не принимали всерьез его, значит, вот эти вот художественные выдумки. А в результате у нас получился Кандинский. Да, рассказать это доступно, просто, максимально адаптированно для детей очень сложно. Почему я за такого рода книги? Несмотря на бесконечное упрощение вопроса и материала. Потому что сколько бы мы ни громоздили сложности, искусство – это прежде всего искусство первого впечатления, первого восприятия. Многие взрослые люди так и остаются с этим младенческим пониманием искусства. Красиво, некрасиво, ух ты или не ух ты. Вот это, конечно, тоже имеет право на существование, как вы понимаете. Нет, я не буду цитировать известные слова, вот такая интерпретация. Но на самом деле, конечно, то, что ты знаешь, то, что ты хорошо постиг, понял, ты, в принципе, не можешь не полюбить. И наоборот, то, что ты любишь всей душой, ты полюбил это произведение искусства, ты стремишься понять, стремишься узнать о нем, да, получить новые сведения. А, соответственно, это уже не градация красиво-некрасиво, ух ты и так далее, значит. Вот. А, хотя, конечно, какие-то утилитарные моменты есть. Я всегда меряю еще и таким простым домашним мерилом. У себя дома, а у меня дома очень много разных картинок висит на стенах, у себя дома я повесил бы это на стену или нет, чтобы смотреть на это? Вот, понимаете, да, многие великие произведения искусства не подходят под этот критерий, понимаете, они не для меня, я не дорос до них и родился не для них, вот. Потому что они уже настолько значимы, да, в нашей с вами духовной жизни, скажем так, что они уже сами могут выбирать, кто родился для них, да, кто им подходит в качестве зрителя, а кто нет. Так вот, возвращаясь к искусству 20 века и книжке про Фриду Кало. Это очень трогательная, очень спокойно рассказанная биография великой художницы, да, Магдалены, Кармен, Фриды, Кало, Кальдерон. Не считая того, что я знал о ее биографии, да, и об истории Мексики, я, в принципе, не знал о ней ничего, хотя картины ее, конечно, в визуальной памяти моей сохранились. Даже ее полное имя – это довольно сложная загадка. Кто знает полное имя Моцарта, настоящее, да, вот с этим, с Хризостомом, тот значит, меня поймет. Здесь рассказано о том, как она взрослела, как она занималась спортом, как с самого раннего детства она хотела стать врачом. У нее были, значит, это была обычная, бойкая, интересная, значит, быстро развивающаяся девочка, да. Но случилась страшная трагедия. Здесь она показана визуально совершенно не травмируя ребенка. Потому что показать эту автокатастрофу натурально было бы слишком
серьезной темой. Вот. Огромное количество переломов, тяжелые травмы на много лет приковали Фриду Кало к постели. И именно там она начала рисовать. И вот об этом как раз рассказано поподробнее. А картинка самой, вот она разбилась, словно печенье, упавшее на пол, или словно какая-то керамическая посуда. Посмотрите, да, как это изображено. Без, скажем так, вдавания в детали, потому что для ребенка такого возраста непостижимы эти страдания и весь масштаб катастрофы, когда ты на много лет оказываешься между жизнью и смертью и мучительно должен переносить вот это вот выздоровление. Да? Она начала рисовать именно на деревянной подставке, которую отец сколотил для нее, и таким образом она как бы заново входила в этот мир. Ну и когда снова, уже будучи в состоянии ходить и передвигаться, что-то делать, да, она не бросила кисти и краски и продолжила рисование, потому что это ее увлекло. То есть, все-таки, кого у нас самоучка, это очень важно, это очень важная деталь для детей. И еще очень важно, она даже когда миновала необходимость вот в этом занятии, скрашивающем быт, она все равно оставалась верной самой себе, ей понравилось рисовать. Часто рисовала себя, глядя в зеркало. Это делают многие художники, потому что это удобнее всего. Натурщик вещь капризная, то он есть, то его не нет, натюрморт это натюрморт, да, а живая натура это живая. Поэтому художники часто рисуют собственные руки, собственное лицо, но она никогда не улыбается на этих портретах, и это отмечено в этой книжке. Мне чрезвычайно понравилось, что авторы отобрали эту деталь, да, для показания. Это очень красноречивая деталь, даже маленький ребенок понимает, в чем дело. Но вот она выздоровела, началась совсем другая жизнь. О ней сказано в двух словах, так как это будет понятно и доступно маленькому ребенку. И о внутренней свободе, и о нарушении приличий, которые сковывали желание и карьеру, и творческие возможности женщин той эпохи. Да? И о ношении мужской одежды, и самое главное, о своем призвании, да, что она стала художницей. Это тоже был вызов обществу. Как художница. Иди домой на кухню, значит, занимайся детьми, да. Выйди замуж уже, наконец. Вот, значит, понимаете, да? Вот эти стереотипы, их не надо озвучивать, но они есть. Об этом сказано буквально на одной страничке очень, значит, так я бы сказал, деликатно. Вот. А в конце концов, как и положено, любая история должна заканчиваться хэппи-эндом. Ясное дело, что жизнь, биография Фриды Кало со свадьбой не закончилась, но эта чудесная колоритная пара, которая здесь изображена, слон и голубка, как их называют, это достойный финал для сказки, которую можно рассказать 5-летнему ребенку про те красивые картинки, которые, я надеюсь, он уже видит вокруг себя. Зачем ребенку, вот здесь эта идиллия, да, когда, значит, вот этот маленький ребенок листает альбом с работами Фриды Кало и других, по-видимому, импрессионистов, других художников 20 века. И на этом история как бы счастливо заканчивается. Это очень короткий, очень простой, максимально доступный биографический очерк художницы. Чрезвычайно важный, как я уже говорил. Это касается и ученых, и музыкантов, и художников тоже. Зачем ребенку это знать? Потому что на самом деле наша связь, она вязкое вещество, наша память. Связи в ней, в нашей памяти, они между самыми разными объектами и понятиями существуют. Если ребенок только визуально будет чем-то наслаждаться, возможно, на долгие годы уйдет в пассивную память, вот туда вот вглубь, вся полученная информация. Если же это будет закрепляться, связываться со словами, с именами художников, с названиями картин, с городами, где он побывает, с событиями, о которых он узнает, даже на таком очень-очень простом уровне, да, память заработает гораздо крепче. Слушайте, это знали еще индейцы майя, которые носили с собой, значит, пузырьки с разными пахучими составами. И в моменты великих свершений, грандиозных побед или наоборот трагичных несчастий, да, там всяких, они доставали эти пузырьки и нюхали этот запах, да, чтобы потом годы спустя, понюхав тот же самый состав, вот с тем неповторимым букетом, да, ароматов, масел ароматных и так далее, да, мгновенно воскресить в памяти события. Потому что обоняние у нас очень сильно связано с памятью. Таким образом, связывая вот просто красивые картинки, я надеюсь, что вы даете своим детям возможность посмотреть на по-настоящему большое искусство. Они не все поймут, разумеется, они многого не запомнят, еще бы, но на уровне подсознания, на уровне чистого визуального восприятия, да еще подкрепленное такими замечательными книжками, адаптирующими, значит, сложный материал из взрослой жизни для ребенка,
искусство, великое искусство 20 века будет разговаривать с маленьким зрителем, с маленьким читателем. И это очень важно, потому что на языке детской книги оно и разговаривает с детьми. И этот язык достаточно разработан в нашем веке, чтобы писать такие интересные книги. Так что я обеими руками за Фриду Кало, я обеими руками за то, чтобы ребенок смотрел по-настоящему значимые шедевры живописи и искусства вообще 20 века и учился постепенно их понимать. Потому что, к сожалению, иначе мы можем прийти к, скажем так, потребителю, да, который подрастет и скажет: «Ой, это все непонятно, мазня какая-то, я тоже так могу», и уйдет. Вот, друзья мои, на мой взгляд, это предельная степень невежества. Да? То есть все искусство прошло мимо дружным строем этого человека. Жить он дальше будет долго и счастливо, будет, возможно, добр и красив, да, но, увы, от искусства радости он никакой не принесет ни человечеству ту пользу, которую он мог бы принести, да, своим существованием, какими-то своими поступками, делами, мыслями, словами, уже не, все это не состоится, потому что большое искусство – это большое искусство. Это лишь часть жизни, можно и без него жить. Но желательно все-таки, чтобы вы с ним были знакомы, и чтобы вам оно доставляло столько же счастья, сколько всем миллиардам людей на планете, да, которые, совершенно не зная ничего ни про Мехико, ни про Фриду Кало, ни про Бразилию, ни про искусство 20 века, просто наслаждаются ее колоритными, яркими автопортретами, ее картинами с экзотическими пышными цветами, с яркими платьями, с этим неповторимым взглядом совершенно, гипнотизирующим, да, и с этими абсолютно замечательными красками, с этой гаммой, которая ей присуща. Итак, смотрите картины Фриды Кало, читайте хорошие книги с детьми. Спасибо.